Ребятушки, всем привет! Вы посмотрите, какой классный массажик ему бабуля делает, ребята! Я попросила, чтобы она потише себя вела, потому что она его разводит, он испугается, может свернуться в клубок и обцарапать ее красивые ручки с красивыми маникюрами. Боже мое, хозяйка, вот это тебя руки! Что-то такие шершавые стали, как у старухи. Ребят, он даже... Вот, смотрите, он даже разницы не чувствует. А знаете почему? Я вам расскажу. Потому что мы помыли руки одним мылом. И пахнем одинаково. Папик! А ты что? Вот, точно! Надо сфоткать фотку в сообщество. Идеально подходит. Давайте по попке. Не трогай мою попку, не то сейчас как пукну, у тебя палец отвалится. Попушка, тебе понравился новый домик от бабули? От кого? Кто ты такая вообще? Ты новую соседку нашла, что ли? Бабка ей начала называть. Ребятушки, вы только посмотрите, какой шедевр бабуля сделала. И угадайте, из чего? Из чего? Из собаки? Ребят, я вам подскажу. Давай, говори. Это она сделала из детской курточки. Из кожи из-под хвоста енота. Потом из собаки. Из кота. Готово? Ты вот. Что туда залез? Ангелочек ты мой. Ангелочек. Я тебе не девочка, чтоб ты меня в розовое положила. Ребят, что он не хочет в домик залазить? Он с крылышками, потому видите, что какой не красивый. Хочу. Не хочу, потому что. Ну, попушка. Что тебе надо? Ну, удались, я хочу ребятам сфоткать тебя. Показать, какой ты красивый в домике. Нет. На вкусняшечку открывай. А, ну если вкусняшечку, то давай. Ну, давай. Ну, давай. Ну, охоться давай, ну. Охоться. Да ты что, если ты меня диким сделала? Прояви свой инстинкт. Я бы уже тебе и пальцы подкусила. Ой, ты мой хороший, кусей, кусей, вертолёвочка моя, всё? Бабуся. Это ты что, больная? А если тебя так схватить, будешь вырываться? Если ты меня так схватишь, то я надеюсь, ты меня не съешь. Ку-ку. Шо ку-ку? Колючик. Не трогай меня. Ты меня испугал, ребят, я только что аж подпрыгнула, ребята, я не ожидала, что он подпрыгнет. Он обычно очень рад, когда я его глажу. Вообще-то я не подпрыгнул. Так, кого тут пасти, кота? Не трогай меня. Иди, а я тебя не пущу, хочу пузо твое погладить. Что ты меня за лапу схватила? Отпусти. Ребят, посмотрите, какая умная морда. Умная морда, да ты что? Боже, мне иногда кажется, что я с Попиком жила в прошлой жизни, и он был моим другом. Да, только я был твоим другом по имени Кузнечик. С Кузнечиком гуляла и разговаривала. Попик, ты что делаешь там? Хотя нет, я был кем-то другим. Я был... Ты хочешь найти себе еду? Может, ты добываешь еду? Может, я был хомячком или котиком? Скорее всего, котиком, потому что ты меня кормишь кошачьим кормом, постелил мне тут кошачью пленку или что-то такое. Ну вот, короче. Значит, я теперь знаю. И ты кормишь меня из миски, которой кормишь котов, ребята, бездомных. Точно я был котом. Я самая лучшая хозяйка, знаете почему? Да, ты... Потому что я очень люблю животных и за ними суперски ухаживаю. Ага. Да, конечно. Залазь в домик, бабулин. Залазь давай в кармашек. Не хочу. Молодец какой. Молодец. Молодец. Молодец.